водоводы будут завершены. У тверских волонтеров есть свой кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Участники проекта предложили руководителю регионального штаба акции «Мы вместе» Юлии Сарановой баллотироваться в Госдуму. Напомним, что год назад добровольцы в рамках этого масштабного проекта во время самоизоляции помогали пожилым, одиноким и маломобильным жителям Верхневолжья, а также многодетным семьям с доставкой на дом продуктовых наборов и лекарственных препаратов. Руководила этим непростым процессом именно Юлия Саранова. Ровно год назад, 22 апреля, был запущен масштабный проект «Мы вместе», который объединил тысячи волонтеров со всего региона. Это школьники, студенты и будущие медики. Они, несмотря на опасность, шли на помощь к тем, кто в ней нуждается. Утром упаковка продуктовых наборов на складе и до самого вечера доставка. В день машина могла посетить около 40 адресов. Пожилые люди, маломобильные граждане, многодетные семьи, все, кто не мог выйти в магазин из-за высокого риска заражения, ждали людей в красных жилетах. Помощь получили около 45 тысяч человек. Как показала пандемия, такое направление, как продуктовая помощь, необходимо людям. И спустя год появилась идея создать акцию на постоянной основе. Постоянно действующее движение «Мы вместе», да, то есть, которое бы опиралось на сеть таких волонтерских центров в региональном центре в Твери, да, и по желанию муниципалитетов, там, где для них это будет, да, то есть, ну, таким интересным проектом. Мы бы сделали сетевую, да, такую историю, чтобы любой большой масштабный проект либо задача могла решаться, ну, вот сразу с готовой инфраструктурой. Муниципальные кураторы акции «Мы вместе» и волонтеры на юбилейном слете активно делились своими историями помощи людям. Один из членов команды «Мы вместе» Алексей Орлов предложил Юлии Сарановой не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше, развивать волонтерское движение и выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу. Вот с Юлей мы работаем больше 10 лет. И вот за 10 лет я вижу, что ее команда, она успешная. Она реально достигает успехов, делает то, что другим не под силу. Юлия Саранова поблагодарила коллег за доверие и ради дальнейшего развития добрых дел в Верхневолжье готова пойти на этот шаг. Выборы и Госдума, ну, серьезный вызов, да, большая ответственность. Иногда, чтобы выстроить что-то большое, нужна, да, такая вот политическая воля. Да, вот была политическая воля, чтобы мы вместе, да, случилась акция, и по всей стране это произошло. И мы случились, да, мы объединились. Пандемия показала настоящую значимость развития волонтерского движения на территории Тверской области. Даже когда эпидемия закончится, добровольчество плотно обоснуется в обществе. Оно требует и политической воли, и, самое важное, активной работы на всех уровнях власти.